così come l'albero. Mentre cresce è tenero e flessibile, e quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà. Chi sei? Я не знаю, кто я есть, и меньше всего каждый из нас может, по-моему, ответить точно о себе. Гораздо легче бывает судить о других, на себя мы знаем меньше всех. И в этом как бы сущность нашего неумения внимательно относиться к внутренним проблемам человека. Sei felice di essere venuto al mondo? Это не то слово. Это не то слово. Потому что мне кажется, что этот мир не место для того, чтобы, так сказать, быть счастливым. Он создан не для того, чтобы человек был счастливым. Хотя многие считают именно в этом смысл существования мира, в котором мы рождаемся. Мне кажется, что он существует для того, чтобы бороться, чтобы внутри нас боролось добро и зло, и добро побеждало, и тем самым мы развивались духовно. Андрей, parlami della tua infanzia. Мое детство я помню очень хорошо. Очень хорошо я помню свое детство, потому что для меня это самый главный период, что ли, моей жизни. Самый главный, потому что он потом определил все мои впечатления, которые уже сформировались в позднее, в зрелое время и гораздо позднее, когда я уже стал взрослым. Это период жизни человека, который определяет все его будущее, с моей точки зрения. Особенно, если это будущее связано с творчеством, с искусством, с проблемами внутренними, психологическими. Еще Анна Андреевна Ахматова говорила о значении детства. Детство, которое зарядило ее на всю жизнь для своего творчества. То есть, что человек питается детством всю свою зрелую, творческую, активную, так сказать, жизнь. Мои родители разошлись, это было в 1935-1936 году. Мы жили с мамой, с бабушкой и с сестрой вместе. Это была наша семья. По существу я воспитывался в семье без мужчины. Я воспитывался матерью. Может быть, это на меня оказало очень сильное впечатление для моего характера, отразилось как-то на моем характере. Все мое детство по существу связано с матерью. Это понятно, поскольку мы жили с матерью, и мама была тем человеком, который нас воспитывал и заботился о нас. У нас была очень трудная жизнь. Мама кончила то, что сейчас называется литературным институтом. Раньше это были только курсы имени Брюсова. Так же, как и отец. Они там познакомились. Но когда мой отец ушел от нас, мама уже не могла заниматься литературным трудом и не имела возможности, имея двух детей на руках. И не могла сдать экзамены в связи с этим, для того, чтобы, так сказать, получить какой-то диплом, документ об окончании этих курсов. И она пошла работать в типографию корректором. И по существу до самой своей смерти, до того, как она ушла на пенсию, она работала в первой образцовой типографии имени Жданова, которая находится в Москве на Валовой улице. И все то, что я получил в жизни, все лучшее, что я имею в жизни, если я имею это. Даже то, что я стал режиссером, даже то, что я работаю в кино, стал художником, все это случилось только благодаря моей матери, благодаря усилиям, которые она сделала для того, чтобы я стал, так сказать, тем, кем я являюсь сейчас. Adesso pensi di aver trovato quello che cercavi da bambino? Я не знаю. На этот вопрос трудно очень ответить.
И ясно, что мама хотела, чтобы я занимался искусством, чтобы я был каким-то образом в своей жизни связан с искусством. Для нее был очень важен опыт моего отца. Она очень любила его до конца своей жизни и хотела, чтобы я чем-то был похож на него. Таким образом, я был приобщен к искусству, но ни пианиста из меня не получилось, ни дирижера, а я хотел стать дирижером. Не стал я также ни художником, ни скульптором, чему учился также. У меня спрашивают, жалею ли я об этом, не знаю, может быть, и жалею. Во всяком случае, я жалею, что я не занимаюсь музыкой, что я не дирижер. Эта профессия, мне кажется, была бы легче для меня. Что касается связи с детством, вряд ли можно говорить о том, что я потом что-то нашел, что искал в детстве. Нет, я не хотел в детстве быть ни художником, ни музыкантом. У меня был склад с характера довольно такой растительный. Я был похож на растение. Я мало размышлял. Я больше чувствовал, как-то и воспринимал. Когда я вспоминаю Одессу, я вспоминаю о времени, когда передо мной была вся жизнь, когда я чувствовал, что я бессмертен, когда я знал, что вся жизнь передо мной и что все возможно, все выполнимо. Не знаю, ушло ли детство или осталось вместе со мной. Но иногда я себя чувствую очень, так сказать, потерянным, когда чувствую, что детство уже ушло. Когда детство... Я уже не чувствую себя так легко, как чувствовал в детстве себя. Боюсь, что ощущение детства ушло. Но ушло ли оно, не знаю, вряд ли, оно осталось. И думаю, что оно осталось в качестве основной базы, основной возможности для меня к творчеству. То есть все, что меня толкает к творчеству, я думаю, это все связано с моим детством. Это мое детство. Если бы оно было забыто, я бы не смог ничего сделать больше в кино. Pensi che la scelta del cinema per te sia stata la strada giusta? Уже первые мои впечатления кино были самые странные. Я никогда не понимал, что такое кино. И не чувствовал этого совершенно. Я не видел для себя какого-то призвания. Я чувствовал, что меня учат какой-то профессии, что в этом есть какой-то фокус технический в этой профессии. Но что при помощи кино можно выражаться, как при помощи поэзии, музыки, литературы. У меня не было такого чувства. Более того, я делал свою первую картину «Иваново детство» и по существу не знал, что такое режиссура. Это был поиск, так сказать, совершенно ощупью. Так сказать, я шел и пробовал, и искал и находил для себя какие-то моменты соприкосновения с поэзией. И после этой картины я почувствовал, что при помощи кино можно делать, так сказать, можно соприкоснуться с духовными какими-то субстанциями собственной души. И поэтому, так сказать, для меня этот опыт с Ивановым в детстве был опытом чрезвычайно важным, потому что до этого я совершенно не представлял себе, что такое кинематограф. Кстати, я и сейчас не уверен, что я знаю, что такое кинематограф. Мне кажется, что это самая огромная тайна. Впрочем, как всякое искусство. Per molti il cinema è soltanto un lavoro. Per te, Андрей, che cos'è il cinema? Никогда не умел отделить свою собственную жизнь от фильмов, которые я делаю. Для меня картины всегда были частью моей жизни вообще. Для того, чтобы сделать какую-то картину, мне приходилось всегда делать какой-то выбор жизненно необходимый, жизненно важный. То есть я знаю, что есть многие, кто умеет отделить свою жизнь от фильма.
Я знаю многих, которые в жизни делают одно, в своих фильмах они говорят совершенно о другом, выдвигают какие-то другие идеи, высказывают другие новые совершенно идеи. То есть каким-то образом у них уживается их совесть с теми мыслями, которые они выражают в своих фильмах. Я как-то не умел никогда это. И для меня кино это не профессия, это моя жизнь. И каждый фильм для меня это поступок. Che ne pensi del cinema d'autore? То есть мне кажется, что все, кто остается в истории кино как большие художники, как авторы, они все поэты. То есть тут такая закономерность, на мой взгляд. Авторское кино – это кино поэтов. И все настоящие режиссеры, большие, современные режиссеры, они, в общем-то, поэты, все поэты. То есть что такое поэт кино, с моей точки зрения? Это режиссеры, которые создают свой собственный мир, а не пытаются воссоздать мир, найденный ими, так сказать, в окружающем действительности, в мире, который, в жизни, в которой они живут. Поэтому, так сказать, кино, принадлежащее этим людям, мы называем авторским или поэтическим кино. Андрей, твой padre era già allora uno dei più grandi poeti russi. Lo è ancora oggi. Parlami di lui. Отец, конечно, сейчас самый большой поэт, русский поэт, вне всяких сомнений, с огромной лирической интонацией, с огромной духовной, какой-то духовным зарядом своей поэзии. Так сказать, поэт в чистом виде, поэт, для которого самым главным является его внутренняя духовная концепция жизни, его долг внутренний духовный по отношению к своей земле, к родине и к своей роли. Андрей, что такое арт? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наше служить, так сказать, для этого. Если бы, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя, очевидно, искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое. Не знаю, была такая точка зрения, что искусство таким же образом познавательно, как и вся остальная человеческая интеллектуальная и духовная деятельность на планете. Я вообще не слишком верю в возможность познания. Знание нас все более и более отвлекает от главной цели, от главной мысли по поводу нашего знания о мире. То есть чем больше мы знаем, тем меньше мы знаем о нем, потому что мы углубляемся и тем самым лишаемся возможности глядеть широко на то, что мы называем жизнью и миром. Искусство служит человеку для того, чтобы помочь ему, так сказать, духовно воспарить, возвыситься над самим собой, используя то, что мы называем свободой воли. То давление, которое испытывает Рублев, оно не какое-то исключительное. Художник всегда испытывает давление, и для художника, по-моему, не было бы никогда идеальных условий для работы.
Более того, если бы были какие-то идеальные условия для работы, то работа бы не состоялась. Художник не может существовать в безвоздушном пространстве. Должен испытывать какое-то давление. Я не знаю, какое именно. Но художник существует только потому, поскольку мир, так сказать, не устроен. Мир неблагополучен. И именно поэтому существует, так сказать, искусство. Очевидно, если бы мир был прекрасен и гармоничен, никакого бы искусства бы не нужно было бы. Человек бы не искал гармонии в побочных, так сказать, своих занятиях. Он бы жил гармонично, это было бы вполне достаточно, на мой взгляд. То есть, на мой взгляд, искусство существует только потому, что мир плохо устроен. И вот об этом рассказывается в Рублеве, на мой взгляд. Поиски гармонии, поиски смысла, так сказать, который выражается в гармонических соотношениях между людьми, между искусством и жизнью, между временем и историей, между моментом историческим и историей целиком. И этому и посвящена, в общем, наша картина. И там есть еще одна тема, очень важная для меня, это об отношении к опыту человеческому. То есть я хотел бы сказать в этом фильме также о том, что невозможно преподать опыт, нельзя научиться от другого, как жить. Можно только прожить жизнь и сделать какой-то свой вывод. Его нельзя передать другому. Мы часто говорим, нужно воспользоваться опытом наших отцов. Это было бы очень просто. К сожалению, мы должны прожить свой собственный жизненный опыт, иметь свой собственный жизненный опыт для того, чтобы иметь свое отношение к жизни. Когда мы его получаем, жизнь кончается, к сожалению, и мы не можем им воспользоваться этим опытом. А молодые растут, не слушаются стариков и правильно делают, и ищут свой собственный опыт. Когда они его находят, жизнь их также кончается. В этом смысл жизни, в этом закон жизни. Кино, пожалуй, самое несчастное из искусств. Оно очень зависит от денег. Чрезвычайно. То есть в том смысле даже не от того, что фильм дорого стоит, а также от того, что фильмами торгуют, как жевательной резинкой, как сигаретами, как вещами, которые покупают. Поэтому принято считать, что для того, чтобы картина была хорошей, она должна хорошо продаваться. Если мы думаем о том, что кино – это искусство, то этот вопрос начинает казаться абсурдным. Поскольку, если бы мы сказали, искусство хорошо только тогда, когда оно продается. Если мы хотим, чтобы картины создали большое количество народа, мы никогда не сможем сделать так, чтобы эти картины были высокого поэтического мастерства. Единственное, о чем можно сказать, что в результате исторического процесса возникла страшная, так сказать, конфликт между развитием духовным человека и материальным, научным. Мне кажется, что драматизм нашего времени заключается в том, что мы находимся в огромном отрыве, так сказать, мы находимся в конфликте между своими духовным развитием и материальным, технологическим. И в этом, кстати, и это и есть вот эта причина, которая привела к нынешнему положению нашей цивилизации, драматическому и, я бы сказал, почти трагическому, поскольку мы стоим на грани, так сказать, атомного уничтожения именно в результате вот этого разрыва между духовным и материальным развитием, собственно, нашей цивилизации. Che cosa pensi di uomini come Galileo e Einstein? Мне кажется, что они оба ошибались. E tu come ti poni nei confronti del mondo? Я больше склонен как-то относиться к миру эмоционально. То есть я скорее созерцательно склонен относиться к действительности. Я ее не столько думаю по поводу нее, сколько стараюсь ощущать ее. Я к ней отношусь скорее как животное, как ребенок в большей степени, чем
взрослый, зрелый человек, который умеет размышлять по поводу жизни, умеет делать какие-то выводы. Андрей, что вы делаете, джовани? Не знаю. Думаю, что мне бы хотелось сказать им только то, что чтобы они умели больше находиться в одиночестве. Любили бы быть наедине с самим собой почаще. Мне кажется, что беда нынешней молодежи заключается в том, что она старается как-то объединиться на основе каких-то очень шумных действий, порой даже агрессивных. Это желание объединиться для того, чтобы не чувствовать себя одиноким, это очень неприятный и такой симптом, с моей точки зрения. Мне кажется, человек должен учиться с детства находиться одному. То есть это не значит, что быть одиноким. Это значит, что уметь не скучать с самим собой. Потому что человек, который скучает от одиночества, мне представляется человеком, находящимся в опасности с нравственной точки зрения. Ами бамбини? Sì, molto. Ami gli animali? Ho notato che hai con loro un rapporto molto bello. Diventi come un bambino. E con gli uomini invece? Ну, потому что люди, ну, животные, дети, они еще невинны. Дети, потому что еще невинны, а животные просто невинны, они не могут ругать. Они искренни по своей природе, по своей сущности. А именно человек от того, что он, так сказать, способен выбирать между добром, злом, делать выбор, он постепенно, чаще всего приучается лгать, кто же считает, что ему легче жить и легче добиться каких-то жизненных, так сказать, благ, благодаря, так сказать, дипломатии сначала, а потом прямой лжи. На улице дождик. I tuoi sogni sono a colori o in bianco e nero? Sono a colori sempre. Perché? Sei vanitoso? Non credo. Andrei, ti ami? Vorresti essere diverso da quello che sei? Ну, мне кажется, что я недостаточно люблю себя, так же как каждый из нас недостаточно любит себя. Мне кажется, что если бы мы себя любили по-настоящему, мы бы сумели по-настоящему любить других. Человек, который не умеет любить себя, то есть, грубо говоря, не знает цели своего существования, тот не может и испытывать любви к другим людям, и вообще к жизни. И мне кажется, что я недостаточно люблю себя, и тем самым недостаточно люблю окружающих. А мне хотелось бы. У меня есть один очень серьезный недостаток, который можно определить как, ну что ли, ну как нетерпимость. Я все время стараюсь от этого освободиться, но боюсь, что мне это не удается сделать. Мне не хватает толерантности, мне не хватает терпимости, которая приходит со зрелостью. Я очень от этого страдаю часто. И думаю, что вот это мне не позволяет, так сказать, относиться к людям большей симпатией. Я устаю от людей. Ами ту паэзе? Я очень люблю свою страну. Совершенно не представляю, как можно, так сказать, жить долго вне ее. Вот я здесь нахожусь уже больше года. Я уже страшно соскучился по своим родным местам, по своей деревне, где у нас есть дом, в котором я живу, свою землю, которую я называю свою родиной.
Andrea, c'è sempre tanta acqua nei tuoi film. Perché l'acqua ti affascina tanto? Cosa rappresenta per te? Ну, вода, речка, ручей. Для меня очень много говорят. Я очень люблю такую воду. Но если ты говоришь о море, я не знаю, как я отношусь к морю. Оно меня... Оно чуждо моей какой-то внутреннему моему миру. Для меня море... Слишком много пространства. Не то, что я его боюсь, но слишком много однообразного пространства. Вот для меня, вот для моего, с точки зрения моего собственного вкуса, для меня, мне гораздо милее и больше говорит вещи, так сказать, микромир, чем макромир. Для меня громадные пространства говорят меньше, чем маленькие, ограниченные пространства. В этом смысле я как-то очень, мне очень нравится отношение, так сказать, японцев к природе и к восприятию природы. У них очень мало пространства, и они пытаются сосредоточиться на очень маленьком пространстве и увидеть в нем, так сказать, отражение бесконечности. И вот такое пространство, как-то более замкнуто, мне милее. Hai conosciuto la miseria? Мне приходилось голодать по-настоящему. То есть жить без надежды, скажем, иметь кусок хлеба на завтрашний день. Это очень тяжелое чувство, и оно унижает человека. Но вместе с тем оно учит нас, это состояние, это чувство учит нас быть сострадательным к другим. Мне кажется, человек, который голодал, не сможет никогда быть жадным. И la ricchezza che cos'è? Для меня богатство... В общем, не означает ничего особенного, специального. Для меня богатство может гарантировать только какую-то жизнь, которую бы я хотел жить. Но поскольку я хотел бы жить очень простой жизнью, я не думаю, что я хотел бы быть богатым. Что значит богатым? Богатство – вещь относительная. Мне кажется, человек не нуждается в богатстве. И потом, мне кажется, богатый человек начинает меняться как-то внутренне. Он изменяется. Он становится скупым, он начинает защищаться от других, начинает защищаться в свое богатство и потом начинает ему служить. Molti considerano Stalker un film di fantascienza. Per me invece una fiaba per adulti. E tu cosa ne pensi? Пусть называют как угодно мои картины. Я не согласен в принципе. Когда мне говорят, что вы думаете по поводу Сталкера, я теряюсь. Скорее, это как-то какая-то притча, так сказать, парабола, чем научная фантастика. Я никогда не думал о том, как отнесется зритель, потому что я не знаю, мне очень трудно влезть в шкуру зрителя и узнать, что он думает по этому поводу. Мне кажется, что эта задача неблагодарная, да и ненужная. Так сказать, есть один путь – попытаться влезть в шкуру зрителя, вычислить будущий успех картины. Я не принадлежу таким режиссерам. Мне казалось, что единственный путь к зрителю – это остаться самим собой, быть самим собой, говорить собственным языком. И только тогда ты будешь понятен зрителю. Поэты, авторы не умеют нравиться. Но вместе с тем, когда вы говорите о том, каков выход из всего этого, наоборот, я пытаюсь в этой картине обратить внимание человека с внешней, так сказать, каких-то проблем, на внутренние проблемы, связанные с проблемой верности человека самому себе, каким-то внутренним идеалом. Так сказать, проблема веры, как проблема взаимоотношения личности и идеалом, заключенным, выработанным уже человечеством. До тех пор, пока человек не будет развиваться, и общество гармонически, пока он не будет развиваться внутренне, духовно и внешне, материально, так сказать, в смысле технологий, он не найдет, так сказать, успокоения, и его судьба будет трагична. Проблема в том, чтобы уравновесить эти две линии развития, внутреннее, духовное, и внешнее, материальное, так сказать, то, что мы называем материальное. И в этом, кстати, содержание этого фильма. Так же, кстати, как и «Солярис».
Кстати, может быть, даже всех моих картин, которые я делал. Попытка уравновесить потребности духовные с потребностями материальными. Sono tutti colti, senza eccezione. E hanno tutti fama di alta sensibilità. Nella vita che cosa ti spaventa in modo particolare? Я ощущаю незащищенность человека очень, и свою в том числе, его слабость перед лицом мира, природы, особенно перед лицом враждебно настроенного человека. И мне кажется, это самое страшное. И самое страшное, что может быть, это столкновение с человеческим насилием, то есть со злом, который несет в себе человек. Это, мне кажется, самое страшное. Ай паура д'инвекьяре? Нет, я не боюсь старости. Я могу бояться только болезней, от которой буду страдать, какой-то физической старости. Конечно, старость, так сказать, опасна тем, что мы постепенно, так сказать, умираем. Что такое старость? Это постепенное приближение смерти. Андрей, la morte ti fa paura? Не знаю, по-моему, смерти не существует. Не знаю. Один раз мне приснилось, что я умер. Это было как-то очень похоже на правду. И я почувствовал такое освобождение, такую легкость, такую свободу невероятную, что именно, очевидно, вот эти ощущение вот этой свободы и легкости как раз и дало мне впечатление, что я умер. То есть освободился от всех связей с этим миром. Во всяком случае, я не верю в смерть, никакой смерти не существует. Существует только страдание и боль. И часто человек путает эти два понятия, смерть и страдание, на мой взгляд. Может быть, когда я столкнусь впрямую с этим, мне станет страшно, и я уже буду рассуждать иначе. Трудно сказать. Андрей, la donna? Che opinioni hai della donna? La donna è soltanto la compagna dell'uomo o è qualcosa di più per te? Для меня самое важное, чтобы женщина оставалась женщиной. То есть я совершенно не понимаю, когда женщина требует от жизни и от окружающих ее людей свой адрес какого-то особенного отношения, не как к женщине, а к какому-то другому существу, ну как к мужчине, что ли. Часто женщина называет это равенством. Мне кажется, что красота женщины, ее, так сказать, ее уникальность заключается именно в ее сущности. Конечно же, очень, не очень, а полярно противоположной сущности мужчины. И мне кажется, сохранить женщине свое женское естество является самым главным для нее. Я не могу заметить женщине ничего привлекательного, если я не увижу в ней, так сказать, истинное женское, так сказать, свойство, качество, заключающееся в ее слабости, в ее, так сказать, именно женственности в ее смысле, который заключается в том, что она, так сказать, является воплощением любви в этом мире для нас, для человека. Я с большим уважением отношусь к женщине. Считаю ее часто сильнее мужчины даже, и лучше мужчины, но только в том случае, если она умеет остаться женщиной. Sei felice? А. Non sei stanco? No, no. Mi sento benissimo. Credo che sia tempo per te di tornare sulla terra.